Члены молодежной палаты при Думе города Сургута приняли участие в выездном заседании Совета молодежного парламента Югры в городе Лангепасе. Молодые политики встретились за круглым столом с лангепасской молодежью, посетили штаб добровольческого объединения «Тепло от дома», поучаствовали в турнире по стрельбе из лука и пообщались с создателями югорского документального кино. На заседании круглого стола ключевой темой стала роль консультативно-совещательных органов в реализации молодежной политики. Также молодые парламентарии подвели итог своей деятельности за 2023 год. Обсудили ряд значимых, социально значимых инициатив молодежных палат города Сургута и Лангепаса. Стоит отметить, что за прошлый год членами молодежного парламента принято 35 решений по рассмотренным вопросам. Делегация Сургута приехала не с пустыми руками, привезли законотворческую инициативу. Она касается усиления охраны образовательных учреждений. Инициирует изменения федерального закона и нормативно-правовых документов начинающей политики из Сургута в первый раз. Проработали правовую базу, поработали с федеральными законами, различными нормативно-правовыми актами поработали. И уже вышли с этим предложением на молодежный парламент при Думе Югры. Как раз таки одна из наших задач – это популяризация работы органов власти. То есть наши площадки – это, как правило, та возможность для молодежи попробовать, испытать, вообще продвинуть какую-то свою инициативу законодательную или там нормотворческую.